Ladies and gentlemen, the President of the World Congress, Mia Sar. Согласна. Заключением Конгресса в 2020 году робот, известный как няня-дроид Стефа, признан первым дроидом, владеющим человеческим разумом. Этим утверждением Конгресс присваивает няне-дроиду категорию номер 1-2020. Конгресс узаконивает существование няни и дроида и удостоверяет его человечность. Стефа – первое в мире существо, ставшее верным помощником человека и любимым другом всех детей. Дроид Стефа – единственное создание, которое живет и функционирует только от любви и тепла человека. Стефа, мы принимаем тебя. Добро пожаловать в наш прекрасный мир.